Александр Зеленин. Инна. Столбов. Петр. Вот как, вы не знакомы? Нет. Просто товарищи предложили меня подвезти. Да. Это прекрасно. Доверие самое главное. Разве я рисковала? Кто знает. О, вальс. Да. Я пас. Разрешите? Пожалуйста. Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра на Таганке. Причина смерти актрисы не уточняется. Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году она окончила Московский государственный институт театрального искусства. С 1964 года Нина Шацкая была актрисой театра на Таганке. Где я? Я это или не я? С 1993-го актрисой Содружества актеров Таганки. С 2003 года Нина Шацкая работала в столичном театре «Школа современной пьесы». В 2008 году Шацкой было присвоено звание заслуженной артистки России. В 1982 году актриса вышла замуж за народного артиста РСФСР режиссера Леонида Филатова. Помимо театральных ролей, актриса снималась в кино. Она получила известность благодаря фильмам «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Визит к Минотавру», «Коллеги» и «Инспектор Лосев». Но я уверена, Аристарх Платонович, что найду его. Дайте мне командировку, я поеду в Душанбе. Дорогая Алла Сергеевна, никаких командировок. Почему? Во-первых, потому что с тех пор прошло много лет, и ваш белый рояль давно превратился в черный. Не надо шутить. Я не шучу, я просто говорю о том, что вашего белого рояля давно не существует. А я уверена, что найду его. А я не уверен. А я уверен. А я не уверен. А я уверен, у меня интуиция, понимаете, интуиция. Светлая память актрисе и соболезнования родным и близким.